Не так давно у Джимми Картера диагностировали рак, но он принял решение продолжить свое служение в церкви. И вот после очередной диагностики он заявил об исцелении от рака, сообщил христианский портал InVictory. Во время занятий в библейской школе, которые Картер в качестве диакона вот уже много лет проводит в церкви Маранафа, город Плейнс, штат Джорджия, 91-летний экс-президент объявил об исцелении от рака. Он рассказал собравшимся, что последние обследования показали полное отсутствие каких-либо признаков рака. В своем кратком письменном заявлении Джимми Картер также подтвердил сказанное на собрании в церкви и добавил, что пока продолжит курс иммунотерапии.